Ну что, пошла вторая серия, дождик накрапывает. Ой, какие красивые. Немножко отдалю подальше. Все так ухожено, друзья. Просто прелесть. Видите, здесь вот есть даже гостиницы, а дорога не очень. Церкви. Ну, дорога действительно не очень. Ну, что делать, друзья, что делать? Вот смотрите, какой домик. Видно, у людей нету таких вот средств, чтобы его обуходить. Это говорит о чем? Получают наследство люди, которые не умеют распоряжаться деньгами, например. Вот такая туча, и солнце где-то. А все равно дождик накрапывает. Amore strada, veramente non è tanta buona. А? Cosa dici? È piccolo questo. Я говорю, дорога узкая, две машины не разъедется. Нужно будет ждать. Ну, как-то мы проскочили ее. Вот смотрите, асфальт какой. Жуткий. А это травина. А это подъемник, друзья. Вот он, подъемник. Камеру задрала. Вагончик по одному рельсу, который с зацепом. Вообще невозможно снимать, потому что асфальт не очень. И уже снимать нечего. Друзья, вот смотрите, ремонтируют. Все-таки здесь что-то не просто так, дорога плохая. Но здесь вот ремонтируют, смотрите, убирают старый парапет, ставят новые. Заграждение. Люди работают без масок. До перке сенса коса. Ки? Сенса маскера. Ки? Лор. Мы работаем ди фори. А. Он говорит, они же на улице. Грено. Фори не надо, если он че. Ну да, я уже забыла, что мы-то тоже без масок, когда гуляем по улице. Ой, Мике карнавале. Говорит, сейчас маска не нужна, они же не на карнавале. Вот так вот. Ой, друзья, дорога жуткая. Прям, друзья, не развернешься здесь. Нужно пропускать. И вот видите, за углом прям не видно. Не видно, если будет кто-то, да? А вы видите, здесь виллы. Вот так вот пристроенные, как ласточкины гнезда. Я говорю, смотри, Марко, сколько еще здесь можно строить. Он говорит, больше не разрешают. Вот она, вилла. Ну, навряд ли ей видно озеро. Потому что, смотрите, вот как-то так. Вот он сказал, как раз внизу есть Гандрия, где нам очень нравится. Блин. Вот, смотрите. Лугано. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, Мадонна. Ой, Мадонна.
Как они здесь живут, мне непонятно. Siamore come si vivono qua quando devono scendere? Pure era un paese, anzi era un comune piccolo una volta. Una volta. Он сказал, что было когда-то она отдельная, у нее была своя коммуна. Сейчас это Лугано. Парковка. Приехали, друзья. Приехали, дальше поехали. Он сказал, что здесь какое-то есть место. Потому что парковки там нету, друзья. Вот так вот. Народ сюда просто ездит. Вот оно, гротто. Ездит и ездит. Асфальт плохой. Весь заездили. А у нас перекус. Мы же еще не обедали, а время уже 13:30. Ну, Гвардато Контеграде. Так, ну что, вот написано гротто. Кастаньоло. Вот смотрите, какую они сделали террасу. Там люди пищу принимают. А птицы как поют, просто заливаются. Давайте еще на посмотрим, какая зелень здесь. Лес. А дуванчиков сколько? Я не знаю, еще места там есть в этом гротто. Каштаны. Люди на прогулке по лесу. Слышать пение птиц. Друзья, чудесное место, чудесное. Вот Марко прям берет и возит по каким-то местам, просто чудесным. А у нас номера новые. Ну, в смысле, сам номер старый, но мы купили, вот новые себе заказали номера, потому что тем уже было 30 лет номерам. Они уже все израсходовались, постерлись. 40 франков заплатили за новые номера. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, пишите нам комплименты. Всех благ, друзья. Здоровья, удачи, долгих лет жизни.